13 сентября была процедура возможности избирателю прикрепиться по месту нахождения. Не по месту регистрации, а по месту нахождения. Те избиратели, которые успели оформить такого рода заявление, они будут голосовать на тех избирательных участках, к которым они прикрепились. Для избирателей, которые не успели этого сделать, они, к сожалению, могут голосовать только по месту своей постоянной регистрации. Либо это, если жители, как бы, например, субъекта города Москвы, то они голосуют электронно. Вот. У нас электронного голосования на территории Московской области не предусмотрено.